Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Сирену. В последней серии мы играли за Говарда. И у нас, в принципе, все получалось. Малыша! Так, это у нас Сэм. Сэм? Is the fruit not what you desired? What is this place? Miyako? Говарда опять убили. А мы опять играем за Говарда. Он никак не умрет, он просто какой-то... Я не знаю. Так, 4 августа. Так, миссия. Опять что-то с Сибита Брейном. Так, продолжай двигаться вглубь улья Сибито. Первая подцель. Найди оружие. И вон цель 3. Забраться на обзорную башню. Это довольно далеко, надо сказать. В последней серии у нас была двустволка, но сейчас, я так понимаю, мы ее потеряли. У нас опять нет ничего абсолютно. Это правильно, по-моему. Нельзя постоянно ощущать себя в безопасности. Но маленько обидно, конечно. Так, здесь какой-то автобус. Это что за хуй? Извиняюсь. Штука. Ой, бляха, я всрал-то. Давай-ка мы уходим, а куда-нибудь. Какое-нибудь оружие, пожалуйста. Там было что-то большое. Ой-о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 й. А, это обычный паук. Ну как обычный. Я бы не назвал пауков обычными. Но мне хана, похоже. Потому что отбиваться от них у меня не получается. Да если только бежать. Ой, тут еще один. Да, блин. Да, меня просто убили. Опять начало серии, опять мы погибаем. Так. Что же делать? Давайте посмотрим, есть ли у нас тут какое-то оружие. Но надо быть... Ой. Именно вот поэтому надо быть осторожным. Оружия у нас нет. Спокойно, все у нас получится. Не впервой. Не через такое прорвались. Только надо что-то найти. О! У нас есть какое-то оружие. Значит, мы сможем отбиться. Уф, так. Кто-то с задницы уехал в дом. Теперь нужно найти этих пауков и убить их. С помощью этого разводного ключа, я думаю, это будет сделать не очень сложно. Так, один готов. Осталось добить второго. Ой, блин, я ж тебя бил. Бей эту суку. Фу. Страшно. Как кто-то правильно заметил, игра по большей части отличается от современных хорроров. Она не пугает выпрыгивающими из угла монстрами. Она давит просто своей атмосферой, и здесь никогда не можешь ощущать себя в безопасности.
играет, по-моему, хорошо. Я люблю самобытные игры, которые никого не копируют. А данная игра, я не могу сказать, что кого-то, хоть кого-то копирует, хоть в чем-то. Так, там наверху я слышу еще одну эту тварь. Куда мне идти-то, а? Так, L это, по-моему, ladder, или L это locked. Как-то мне нужно попасть. Где-то там ползает эта тварь. Похоже, вот так мы и пройдем. Чё кажут? Ничего? Кто видит? Откуда идет? Давай, иди сюда. По мне так лучше убить, чем потом, блин, полчаса думать, не идет ли она за мной. Так, геймпад завибрировал, значит, она меня видит. Ага, но она добраться до меня не может. Нахрен с ним. Так, встаем в угол, занимаем оборонительную позицию. Это как вообще можно было так машину припарковать, а? Оттуда я пришел, по-моему. Я, честно говоря, маленько запутался. Уф, блин, что-то неспокойно. Ой-ой-ой. Фу, так, надо выдохнуть. Что-то, блин, тяжело в напряжении постоянно быть. Так, подожди, там лестница, смотри, да? Мне нужно назад вернуться. Вот так. И где-то здесь она. Говард — самое милое дело. За него не так страшно играть, как за остальных, потому что парень крепкий. Неоднократно себя уже зарекомендовал как отличный боец. Да вы издеваетесь, что ли? Я не пойду туда. Да пойду, конечно. Какой у меня есть выбор? Сзади не лучше, чем спереди. Где? Ой! Да не вставай, сука! Еще идут. Еще. Давай, где ты? Я слышу тебя. Вон он идет. Да, блин. Фу, Говард, какой ты молодец, а. Я бы уже кони двинул натурально. Еще, еще лезет. Все, нет. Уф, блин, у меня аж дыхание сперло. Уф, хорошо. Так, подожди. Найди путь, чтобы держаться подальше, похоже, от этого спайдер. А, чтобы сдерживать пауков Сибито.
Вот так, видимо. Ну, на время ты их, допустим, задержит. Че, братья? Никак, да? Так, и теперь, я так понимаю, можно уже более-менее спокойно направляться к этой обзорной башне. Тем более, что идти совсем недалеко осталось. Блин, графика отличная. Работа с освещением просто фантастически проделана. Жаль, конечно, что камера от первого лица такая неудобная. Так, ладно. Я отсюда перепрыгну, нет? Навряд ли. А, вот. Я не понимаю, какие-то трущобы прям, Хелган натуральный. Кто меня видит? Фух. Так, наше новое задание. Заберитесь на вершину вот этой вот трубы дымоходной. Как нам это сделать? Вопрос, конечно, интересный. Нахер вас. Куда мне идти? Я не хочу к этой твари подходить. Уф. Выбора у меня, похоже, особого нет. Кто-то меня видит. Я просто не смогу прошибить, наверное, эти доски с помощью разводного ключа. Ой! Ой-ой-ой, как я вздрогнул. Нахрен, куда идти? Да, блин, повернись-то в нужную сторону. Да, автонаведение бы явно не помешало. Меня сейчас убьют, похоже. Не вставай, скотина. Так, как мне подняться? Что мне делать? Как мне быть? Ой-ой-ой, вашу мать. Я что-то изначально как-то себя неправильно повел. И сейчас, похоже, меня таки убьют. Блин, что делать в этом хаосе? Я вообще не понимаю. Мне нужно попасть туда. Чтобы попасть туда, мне нужно каким-то образом прошибить доски, что ли, которые там. Так, уходим. Уходим, эта тварь за нами прям. Ой-ой-ой, уйди, уйди. Все, капец. Это полный капец. Нахрен, я ничего не понимаю. Я просто хочу домой. Все, отвяжитесь от меня. Можно как-нибудь отключить этот, я не знаю, блин,
чтобы не показывало, как они меня видят, потому что это натурально... очень сильно отвлекает. Давай, давай, братюн. Все у нас получится. Фух. Вот это вот было, конечно, страшно. Сэм! Еще лучше! Еще лучше! Фу, так, надо успокоиться. Так, цель. Найдите мозг Сибита, Сибита Брейн. Войдите на склад. Как мне войти на склад? Чтобы войти на склад, мне нужно по новой все это пройти, спуститься, похоже, вот тут вот. И по новой, по этому дымоходной трубе подняться. Если я все правильно понимаю. Так, ну, Сэм, я думаю, мне это сделать не даст. Да, с Сэмом нехорошо получилось. Я вообще не понимаю местную архитектуру, это просто какой-то хаос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сэм! Сэм, мать твою, отвяжись от меня! Ой, еще идут, бляха, ну спрыгивай ты уже, пожалуйста! Да, мне похоже хана. Живьем мы, понятное дело, не дадимся, но... Но это что-то просто кошмар какой-то. Так. Я смогу к тебе туда перепрыгнуть? Это, конечно, самоубийственно, но я думаю, я смогу пробежать мимо тебя к трубе по новой. Если ты, конечно, не сможешь ошибить... А, блин, давай, давай, давай. Уф, она стучит прямо подо мной. Интересно, она сможет по новой кинуть? Давай, лезь, 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 братюнь. По-моему, она поднимается за мной. Ой. Так, хорошо. Это все хорошо, только, блин... Так, и что дальше? Уф. Так. Неужто мы смогли? Давай, давай, дорогой. Давай, давай. Давай. Вот это да, я чуть не родил. Чуть не родил, охренеть. Не подходи. Get away from her. Его опять убили. Они убили Кенни. Бляха-муха. It's okay now, honey. Мелисса, не трогай ее нахрен. И папа пришел. This isn't right. The circle of Ouroboros isn't connecting.
Да, это конец эпизода, похоже. Опять живой. Офигеть. Are you all right? Так, похоже, все. Are you all right? Да. Ну и все. Могу сказать, что... О, негр живой. Этот эпизод был очень крутой, мне он очень понравился. Хотя, конечно, было страшновато. На этом, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.